остричь 2500 овец за сутки и установить мировой рекорд. Такую задачу поставили перед собой и успешно выполнили две команды профессиональных стригалей. Конкурс проходит во французском городке Кулонж. Каждая команда состоит из трех человек. Они будут менять друг друга через 2 часа в течение суток. Так что звук машинки не умолкнет ни на секунду. Им нужно запастись силами на 24 часа. Чтобы уложиться в отпущенное время, каждую овечку надо остричь за 50 секунд. В этом году справляться с работой сложнее, поскольку шерсть сухая. Последние 3 недели стояла засуха, и животные не попадали под дождь. В рамках конкурса предусмотрены состязания между командами. Жюри проверяет, какая из них состригла шерсти больше. Оценивают и ее качество. Такие мероприятия с 2015 года организует Всемирная ассоциация по разведению овец. Мы многое продвинули за это время. Например, сделали известной профессию стригаля. Продемонстрировали ее спортивный аспект. Ведь для стрижки нужно обладать большой силой. В прошлом году 2 специалиста постригли 1328 овец за 9 часов и установили рекорд. В следующем году планируется провести первый всемирный чемпионат по стрижке овец. Он пройдет в городе Ле-Дорад.